Всем привет! Сейчас покажу 15 новинок для дома, которые я нашел на AliExpress, так что жмите лайк и поехали! Классный смеситель, который интересен в первую очередь своей необычной конструкцией и формированием водяного потока в виде водопада. Способ фиксации стандартный. Комплект из смесителя, уплотнительных резинок и шлангов, подводки 1/2. Внутри установлен стандартный картридж, так что с обслуживанием проблем не будет. Я думаю, очень достойный смеситель, как в кухню, так и в ванную. Мне лично был бы такой интересен. Карманный мобильный роутер для работы в интернете станет отличным выбором для пользователей, которые нуждаются в стабильном и скоростном интернет-подключении в любых условиях. На раздачу Wi-Fi используется 2,4 ГГц диапазон, что позволяет пользоваться его беспроводной сетью на площади до 50 квадратных метров. Емкость батареи 2100 мАч, позволяющая работать роутеру до 7 часов в активном режиме и до 200 часов в режиме ожидания. Также легко можно подзарядить устройство благодаря комплектной зарядке через microUSB разъем. Уникальный светильник в стиле лофт с парящей в воздухе лампочкой станет идеальным украшением и дополнением дизайна интерьера дома, офиса, кафе или ресторана. Светодиоды в лампе питаются от электромагнитной индукции и не требуют подключения к сети. За счет магнитной левитации лампочка буквально парит в воздухе и может свободно вращаться вокруг своей оси, каждый раз вызывая необычные эмоции у смотрящего. Светильник излучает слабый, мягкий и теплый свет, не напрягающий окружающих, придаст стиль и уют каждому дому. Портативный проектор в 4К. Он позволит носить кинотеатр в кармане. Портативный проектор представляет собой стильный прибор в виде цилиндра высотой 11 см и диаметром всего лишь 6. Да, габариты обычного высокого стакана для сока, но ведь в нем есть все, что необходимо для того, чтобы весело и с пользой провести время. К портативному DLP-проектору можно подключить в качестве источника видео флешку, внешний жесткий диск, телефон или смартфон на управление Android или iOS. Изображение на экране вашего мобильника будет автоматически транслироваться на большой экран до 2,5 метров по диагонали. Но гораздо проще и интереснее смотреть видео прямо из интернета. Это позволяет сделать встроенная система Android 8.1. Подключитесь к интернету по Wi-Fi и смотрите видео с YouTube. Или установите приложение онлайн-кинотеатров с магазинов Play Market, Google или App2ID TV. Работает устройство от сети или от встроенного аккумулятора на 4400 мАч. Домашний пельменный станок – очень крутая штука. Тесто-раскатка для пельменей и вареников с выдавливанием формы для лепки – это удобное оборудование. Оно помогает быстро раскатать тесто и с помощью специальных ножей выдавливает готовую форму производительностью 60 штук в минуту, а в час – целых 3600 штук. Это примерно нужно для изготовления 45 кг пельменей или 100 кг вареников. В комплекте 3 насадки на кружок 6 см, 8 и на 9 см. Для большой голодной семьи штука самое то. Тройник нового поколения выполнен в эргономичном корпусе из пожаробезопасного ABS-пластика, который устойчив к температурам до плюс 850 градусов. Две уникальные розетки для подключения бытовой и компьютерной техники расположены на достаточном удалении друг от друга, позволяя подсоединять вилки питания различного форм-фактора. Помимо двух универсальных, подходящих для вилок стандартов EU, US и UK, дополнительно оснащен двумя разъемами USB-A. Один из них с поддержкой быстрой зарядки QuickCharge 3.0 и один порт с разъемом Type-C с поддержкой протокола быстрой зарядки PD-USB Power Delivery для подзарядки совместных портативных гаджетов. Он подключается к сети центрального электропитания с евровилкой на конце. Модель имеет номинальную мощность 2500 Вт, а еще в нем есть режим ночника с сенсорным управлением. Смеситель со встроенным водонагревателем и датчиком температуры. Установка нагревателя может производиться не только на кухне, но и в любом месте, где вам необходима горячая вода. Кран может вращаться на 360 градусов относительно вертикальной оси. Его удобство в том, что вы можете подстроить кран точно под нужную вам емкость без потери воды. Электрические части конструкции надежно изолированы и защищены. Защитный корпус хромированного пластика легко поддается чистке и является альтернативой старых устаревших железных кранов. Идеальное решение для дачи и домов, где часто отключают горячую воду, а стационарный бойлер большой и вы не в состоянии его себе купить. Для установки девайса достаточно открутить ваш старый кран, установить, вставить в розетку и наслаждаться горячей водой.
Очиститель воды от Xiaomi поставляется с технологией фильтрации с двойным обратным осмосом, которая, согласно заявлениям компании, достигла высоких показателей расхода воды, отношения чистой сточной воды и срока службы фильтра. Фильтр способен генерировать 3,2 литра очищенной воды в минуту. Вода, отфильтрованная основным фильтрующим элементом обратного осмоса, затем фильтруется вспомогательным элементом обратного осмоса. По заверениям Xiaomi, в режиме повышенной эффективности соотношение воды к сточной составляет 5 к 1, а в стандартном режиме 3 к 1. Минерализация очищенной воды возвращает ей привычный вкус и помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Чистый чайник, вкусные блюда и напитки – все это заслуга воды умеренной минерализации. Измельчитель бытовых отходов от Xiaomi представляет собой мощный и функциональный измельчитель пищевых отходов, который устанавливается в сливную систему под раковиной. Устройство исключает зазоры и неприятный запах от застоявшейся воды и мусора, а для управления используется встраиваемая кнопка. Изготовлен он из прочной стали, что гарантирует долгий срок службы. Электродвигатель измельчителя отличается многоступенчатой защитой, длительным сроком службы и высоким крутящим моментом, который помогает справиться с самыми твердыми отходами. При угрозе заклинивания ножи измельчителя автоматически изменяют направление вращения, чтобы защитить двигатель и лучше справиться с отходами. Биометрический замок со встроенным видеоглазком. Благодаря мощному моторедуктору с внутренней стороны замок автоматически выдвигает прямые ригеля и надежно блокирует дверь, противодействуя попыткам силового взлома. Все элементы конструкции и электроника имеют дополнительную защиту от попадания влаги и предназначены для работы в уличной среде. У замка нет нажимной ручки. Управление ригеля идет непосредственно мотором редуктора, расположенного во внутренней части замка, что делает его максимально безопасным и взломостойким. Каждый раз, когда вы закрываете дверь, замок автоматически закрывается на косой ригель. Закрытие на прямой ригель происходит путем нажатия на иконку «Закрыть» на сенсорной клавиатуре замка снаружи или поворотом ручки изнутри. Также в замке предусмотрен режим автоматического закрытия двери по сигналу от беспроводного датчика положения двери. Автономный фонарь на солнечных батареях – это вариант автономного освещения, работающего на солнечной энергии. Датчик движения срабатывает на расстоянии от 7 до 9 метров, при углу обзора 120 градусов. Время работы при полном заряде аккумулятора – до 2 дней. Уличный фонарь на солнечной батарее светит только в темное время суток. Такие фонари идеально подойдут для скверов, тротуаров, близлежащих территорий, к которым сложно или нерентабельно подвести централизованное сетевое электроснабжение. Оснащен портативным пультом дистанционного управления, нет лишних кнопок, а минималистичный дизайн лучше подходит для бытового использования. Полностью герметичный корпус лампы, изоляционный материал из АБС пластика, защищенный от дождя, снега и грозы, подойдет для любой погоды. Удобная и маневренная швабра с отжимом протрет пол до блеска за один раз, и вам нет нужды в ручном отжиме, как этого требует простая тряпка при каждой влажной уборке. Удобная ручка поможет легко управлять влажным концом швабры, направляя ее в самые труднодоступные места и без проблем доводя их до чистого блеска. Инновационная разработка разделения грязной и чистой воды поможет мыть швабру вам всегда в чистой воде. Снимать и отжимать тряпку руками также больше не нужно. Руки будут оставаться сухими и чистыми. Рабочая поверхность изделия оснащается долговечной насадкой из микрофибры. Такая ткань хорошо впитывает воду, поэтому при мытье полов и других покрытий не останется разводов и пятен. Коврики с подогревом доступны в нескольких вариантах, так что вы всегда сможете подобрать идеальную комплектацию. Подогрев происходит за счет инфракрасной пленки в основе коврика. Она дает мягкое и комфортное тепло до 40 градусов, но не сушит воздух, как кондиционер, и не выделяет никаких опасных для здоровья веществ. Энергопотребление в данном размере составляет всего 25 Вт/час. Это безопасная, экономная и функциональная грелка по доступной цене. По ссылке есть несколько вариантов с разными размерами. Многофункциональное Wi-Fi реле защиты обеспечивает защиту потребителей от аварийных скачков напряжения, повышенного или пониженного напряжения по выставленным потребителям границам в однофазных сетях. Защитное реле напряжения защищает такие приборы, как телевизоры, музыкальные центры, холодильники, посудомоечные и стиральные машины, электрические плиты и другие бытовые приборы. Устройство работает через приложение, имеет 8 таймеров для программирования отключений.
Меню управления выполняет одновременно функцию выключателя и энергометра. Индикация напряжения, силы тока и текущей мощности, а также ежесуточная статистика потребления мощности за последние 100 дней. Все это есть в приложении. Умная сушилка для белья от Xiaomi изготовлена из комбинации ABS пластика и поликарбоната, может выдержать нагрузку в 35 кг и имеет продуманную телескопическую конструкцию. После разворачивания сушилка может достигать размера в 2,2 метра. Она оснащена 24 отверстиями для сушки белья, удобными перекладинами и 20 крючками для подвешивания одежды. В умной сушилке для белья используется интеллектуальный электродвигатель переменного тока Carl Jacobi, который имеет 4 вида защиты. В процессе подъема он автоматически замедляется и останавливается. Если он сталкивается с перенапряжением или перегревом, он останавливается. Когда имеет избыточный вес, он также останавливается. Как вам подборка? Есть устройства, которые вас удивили? Если да, то напиши, что тебя удивило и понравилось в комментариях, мне интересно. А также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Слава Украине! Побачимось!